Надо срочно подписываться. Я каждый день трачу свое время на то, чтобы узнать, сколько у Гуревича подписчиков. Миллион. 2 миллиона? Надо раскрывать уже. Давайте сделаем невозможное. За неделю подкачаем хотя бы 5000. Адресуйте своим друзьям Гуревич ТВ, друзья друзей. Не работает. Я не настраиваюсь. О, начнем. Так, мы только что вышли с дегустации вин Пеличили из Кудароха. Шардоне, Каберне Савиньон, Каберне Фран. Как я это говорю, 3,5 сорта. Вино Вышка. Привет, Эльдар. Здорово. Не. Так, привет. Привет. Новый все никак не появится. До утра, знаешь, где? Нет. Ну ты в Сочи живешь? Да. Где до утра? Не знаю. Знаешь, где до утра? Я ты знаешь, где до утра? Не знаю, нет. А ты знаешь? Сегодня знаю, да. Всем привет! Мы на гастрит-шоу «Вперед рестораторов» со всей России. Сколько спикеров? Спикеры, главное было выпить. Ладно, друзья, номер 108. Мы приехали, настроение было не очень, но как только я выпил... Мне нужно завтра и забрать. Это мы, если вы не приходите, мы ее завтра же разыграем. Привет, Рудик Гуревич ТВ. Мы здесь находимся на Красной Поляне. Мы на Красной Поляне. У меня судимость. Уголовный привязался. Ну сними с нами, ну что? Куклус Клан. Здорово, ребятки! Во-во-во! Здорово, ребятки! Чего? Ты знаешь, где давай, до утра? Давай! Тусим до утра! Это дегустация вина, братан. Нам здесь чтобы все тихо. Нам здесь не рады. Очень серьезные все. Какая атмосфера в воздухе. Гнетущая. Братан, если честно, я тебе вообще даже здесь не рад. Иди вообще, отмечайся. Ты давно потом отмечался? Я отметился в пятницу. Ты в Поляне уже отмечался? Нет. У меня. Так я и в Поляне не живу. Друзья вообще, один уголовник. А другой барыга. Другой телевизор в кредит покупает. Дома в Сатерне сейчас есть второе вино сухое. То есть в Сатерне, например, есть у Икема, да, Игрек он сухой. Ну и так далее, там Жеде Шато Геро, там и так, ну то есть разные есть. А в России они представлены? Представлены, но мало, но представлены. Тот же Игрек, вот, извините, стоит... В России еще не привезли? Ну сотку. Нет, да привозили все, но просто... Тот... Где до утра? Черноморская 5, там где до утра. Единственный человек, который знает. О, Слава, трезвый, живой, красавчик. Вообще. Спасибо, что живой. Пошли. Мы, короче, пошли дальше. Мы сходили на две дегустации. Между дегустациями рецепторов. Пьем водку. И что делали? Пьем водку между дегустациями. О, это хорошо. Чтобы да, очистить рецепторы. Очистить. Сомелье советует. С днём рождения! С днём рождения! А кто не знает, что у него сегодня не день рождения? Давай. Фейковый день рождения Петрова. Нормально, репетиция. Это нормально. Соус-шеф, да? Пришел. А, соус-шеф. 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 Я помню, люляшки есть. Люляшечки. По соусам люляшечки к соусу. Да. Убери это дешевое пиво. Из моего дорогого влога. Серега сейчас охуел расплачиваться. Он мне сказал, что такое пиво дорогое выбрал. 67 рублей. Зачем ты сказал это? Ты зачем телевизор в кредит купил? Так люблю, брата. I'm loving it. Телевизор в кредит, I'm loving it. А до этого был PlayStation в кредит, I'm loving it. Xbox в кредит, I'm loving it. Мохнатка, легендарная мохнатка. Они не узнают. А, ты не выставишь? Лампу снимаешь. Он выкладывает только свои маршруты. Блогер. Вообще на этой площади я самый успешный. Я самый успешный блогер. Пока что на этой площади ты реально самый популярный. Ну, по крайней мере, ты единственный, кто выкладывает видео на YouTube. 240 подписчиков. Блогеров. 240 подписчиков. Мы увидели эту мохнатку, как бы, и пришли стать блогерами, да. Не влюбились. Потому что она слишком крутая. Попробуй палец запихать.
Нет. Попробуй. Нет. Он уже прицелился. Я передумал. Нет, у меня жена и дети. Женя, ты знаешь, где до утра? С ребрами. Здесь. Нет. Сань! Как ты это делаешь? Да. Вот покажи. Ну, Лен, покажи, пожалуйста. Покажи. Честно, покажи. Без мячика покажи. Ну давай. Ну вот не, давай ты встанешь, как будто мячик я тебе кинул, ты. Ну, ну, я ну, тебе пожалуйста. Сейчас ракеткой кину, нет. Ну, давай. Отвали, ты потом поржать. Я не отмоюсь от этого позора никогда. Нет, мне нужно это. А, я тебе потом да, давай на его корте. С ракеткой. На корте я тебе. Нет, а. Просто если без ракетки, то это уже ну, не так. Нет, вот, на корте, знаешь, будет нет. И А, и Б. Ну давай на корте. На корте встретимся. Но, смотри, вот на корте. Не-не, я тут. Ты в багажник? Да. А ты закроешься? А я не буду, я так. Ты чё, больной, что ли, мне все попадает? Я держать вот так вот. Нет, я боюсь. Давай поехали. Нет. Пожалуйста. Меня компрометировать будешь. Если мы будем так ехать, это будет не очень. Почему? Нас никто не примет. Ребята, где до утра, знаете? До утра знаете где? Мне кажется, вот так нормально будет до утра. Я его первый раз вижу, он парень нормальный. Да ничего он не нормальный, он наркоман. Все, я на козырвателе. Я удержу. Кнопка. Нормально? Резво еще? Резво еще. Ну, багажник не открывай. Хорошо. Сань, багажник не открывай. Смотри, люди. Не-не, он не такой, Лен. Лен. Лен, а есть винтурбо? Есть винтовка. Я а крыша открывается? Лен, откуда деньги? Лен, мы стараемся, у нас так нету. Подожди, Лен. Вы не так стараетесь, как Лена. Братан, братан, очередь, очередь, 5 сек, пару кадров. Давай, да. Давай, обнимай со мной, у меня деньги есть. У кого грудь больше? У меня, у меня. Вот у нее. Можно я? Давай с ней. Можно его? Нет, я руку на попу положу. Можно чуть-чуть? Давай к нам. Можно за грудь подержаться? Нет, можно бороться. Эй, брат. Как попасть на закрытую вечеринку? Давай косарь приложим. Не работает. Не работает, блядь. Есть 5. 10. Давай евро, евро, евро. Так нет, это не евро. Прикладывай, братан. О, ребят, есть. О, прикладывай. Давай, давай. Слава, в чем дело? Слава, поехали. А, вы пописать перешли просто. Кисуля! Употребляли что-нибудь? Каждый день. Каждый день, ромба, каждый. Употребляли что-нибудь? Постоянно. Ты, Жень, небольшое интервью. Я, подожди, прикуривай. Да, я и прикурю. Давай. Вызов. Как вообще дела? Нихуя у нас целый. Все охуенно, у меня силиконовые губы. Серьезно? Давай про грудь, давай про грудь сначала. Жень. Жень, давай сначала про грудь. Я вам вообще тысячу обещала. Вообще в том, 1700, блин. В том году, 1700. Вообще в том году молодец, лучше да. Было. Давай. Да? Да. Хуй, сосил старый обезьяны, козел, блядь. Подожди, понял. Мы это... Жень, мы это проходили уже. Там неинтересно. А мы были на квартирнике. Там видите, короче, гитаре играли. Да, видели эту хуйню. Зачем ты его ударил? Бля, слава. Подожди, а зачем ты меня ударил? Бойся меня, бойся, бойся! Так, давай переснимем этот дубль. Да. А чё, у тебя жена же есть? И ребёнок.
Это констатация факта. Бля, братан. Дайте сигу, дай курю, дай покурю. Карин, дай сигу. Должен сейчас придумать коктейль Le Chanton. Le Chanton. Ну, то есть половина ингредиентов от тебя, половина от Антона. Он есть, да, сейчас. Le Chanton. 4 штуки. Это чистый Le Chanton. Le Chanton. Ты, короче, ответственный за взлом кухни. Там со всеми отягчающими, понимаешь? Можно мы у тебя кухню взломаем? Я вообще сегодня проснулся с Гуревичами в маленьком номере. Не знаю, что происходит. Предчувствие витало в воздухе, отличной вечеринки. Мы вчера захватили два балкона. Спиздили весь алкоголь из бара. Пытались подраться с семью людьми. С двумя подрались. Второй наш день, но типа третий день гастрита. И мы ходим по лекциям. Очень умные и очень богатые люди. А как мы, Саш, проснулись сегодня? Втроем? Как тебя с двумя мужиками жить? Баба моя, смотри, какая красивая. Да надоели мне уже. Вчера у меня было четверо. Четверо? Саш, просто ты отходил. Геи не считаются. Надо было, кстати, снять этот мастер-класс по заселению в двухместный номер втроем. Хотите узнать, как это сделать? Пишите на персональную почту Славы. Али, чего у вас тут рассказывай? В рамках гастрита готовим бургеры по-сучески, домашняя булочка, мраморная говядина, сыр сулугуни, соус чимичури, пекинская капуста из Адлера. Ну и в принципе все это упаковывается в крафтовую бумагу. Ну, мы же на стиле. Два целых. Сколько стоит бургер? 300 рублей. Мы решили дернуть в город, потому что пить сил больше нет. А лекции кончились. Вчера было плюс 26, а сегодня пошел снег на улице идет. Хорошо в Сочи. И снег не идет. И тепло, и шторм. Полчаса езды от поляны.